Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники, моя такая большая дружная семья, гости канала, новые подписчики. С вами, как всегда, с большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Мария и Наталья. Сегодня наш ролик повторный, именно повторный по Филе. На Филю, к сожалению, было собрано, я понимаю, что был конец месяца, все очень тяжело, январь вообще тяжелый, я надеюсь, я думаю, что и февраль будет сложный, потому что он очень короткий. Но, как я всегда говорю, мы сильные, мы справимся, да, вот. Но единственное, что уже у Фили начались подтеки в области хвоста, и время не терпит, уже не ждет. В четверг я еду за Филей. Первый ролик у нас было собрано 23 тысячи, там где-то 700 с чем-то, с копейками рублей. Я погасила долги Наталье за те поездки, за дорогу, за бензин, за операцию Лорду. Ой, Феликсу, простите. Вот. Поэтому в наличии у нас осталось 7 тысяч, и вы понимаете, что, да, делать полный анализ, ложить парня в клинику, как бы, я не смогу, у меня месяц уже клиника была в долгах, вот, поэтому моя такая большая дружная семья. Мне ехать в четверг за Филей, Филе нужно уже экстренно везти в больницу, это 368 километров мне ехать до Фили, от Фили до Рязани, у меня там получается что-то около 400, и обратно домой 300, то есть это, понимаете, это 1000 с чем-то мне нужно проехать, чтобы отвезти парня в клинику. И Фили очень ждет, он очень надеется, и он очень ждет вас и вашей помощи. Первый ролик, к сожалению, с Фили у нас были технические проблемы с комментариями, с просмотрами. Поэтому я делаю сегодня второй ролик и умоляю вас, помогите Филюше, ведь когда-то мы его спасли, помогите нашему мальчику жить дальше. Нам надо просто успеть отвезти парня в клинику. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья и Мария.